Так, ну я думаю, что можно начинать. Подожди секундочку, сейчас я сделаю в чате сообщение, что мы начинаем. Адам Смит, ты не замьючен, это у тебя этот режим Слышно шапки? разве? У меня просто есть кнопочка на А, микрофоне, там это просто иногда зелененькое было. Не-не, все в порядке, ладно. Так, она сейчас. такая флуктуация, не знаю, с чем связана. Флуктуация. Сделай стрим, что такое флуктуация. Так, ну, ребят, да, привет, давайте начинать, чтобы нам не задерживаться. У нас сегодня Криптен делает стрим про лид-код, и тогда передаю тебе слово. Да, всем привет, спасибо, что присоединились. В этом стриме хочу рассказать про лид-код и про весь контекст, который с ним связан. Это алго-интервью, это разные мифы, которые с ним связаны. Мы также пройдемся по небольшой теории, по минимальной, которую необходимо знать. Я отвечаю на ваши вопросы, покажу пример, как я решаю задачи там. Также вместе с вами тоже порешаем, и в конце я дам разные общие рекомендации по тому, как его не забросить, потому что, наверное, это основная часть, собственно, во всем этом деле, потому что очень часто люди, я в том числе тоже, мы его просто забрасываем, хотя это очень важная штука. Итак, буквально пару слов о себе. Я начинал решать лид-код, когда это еще не было мейнстримом, тогда это был Екатеринбург, во время школы ходил на разные олимпиады, пытался решать сайтик, назывался Тимус, но особо успеха не было, я все это забрасывал. Однако буквально в последнее время, последние 5 месяцев я начал активно решать лид-код, и пока вот нарешал 168 задач. Это такой пока, я считаю, что такой начинающий мой, как бы, начинающий мой этап. Есть цель дорешать до 500. Глобальная цель — это работать в разных компаниях, которые мне интересны, и самых интересных командах. Вот, и прежде чем, да, начать, хочется еще рассказать про разные мифы и легенды, как бы, которые связаны с лид-кодом. И есть такой первый распространенный миф, то, что нужно вызубривать, как работают, как реализуются структуры данных, нужно знать конкретные реализации конкретных алгоритмов, типа там поиска, сортировки и так далее. На самом деле это все не совсем так. Их прямо в таком виде никто не спрашивает. Все, что нужно знать и то, что лучше, на что делать внимание и упор, это разрешивать разные типовые задачи и запоминать разные паттерны и подходы, которые позволяют решать практически все, что угодно. И в целом, если взять все задачи на лид-коде, их можно даже уже классифицировать, да, и многие из них просто повторяются. Вот. Следующий миф, то, что их спрашивают только в больших известных компаниях, типа Meta или Google, на самом деле это не так. За последние 2 года мы с моими друзьями ходили на разные собеседования, и у нас получилась такая статистика, то, что где-то почти в половине компаниях есть секция на алгозадачах. Еще раз, да, алгозадача — это не знание алгоритмов, это умение решать разные задачи, используя какие-то алгоритмические практики. Вот список компаний можно посмотреть тут. Тут в основном компании зарубежные, также есть как бы русские, то есть это там Англия, это вся Европа, немного в России и что-то из Америки. Вот, но как бы тенденция такая, то что в российских компаниях спрашивают кратно меньше, за рубежом собеседование сильно сложнее, и там эта часть чаще всего присутствует. Вот, и есть небольшая оговорка, то что эти компании, тут далеко не все связано с криптой и даже блокчейном, но есть кейсы, когда вот, например, эта компания, она блокчейн, и меня на ней как бы тоже спрашивали это все. Вот, следующее, то, что есть миф, то, что все считают, что нужно быть каким-то там крутым олимпиадником, да, чтобы все это решать. На самом деле тоже это все не так. На том же лид-коде или на хакер-ранке можно найти задачи на... подобрать задачи под свой уровень. И на самом деле это такой очень клевый способ прокачаться в программировании, потому что ну, ты прям учишься реально думать, учишься находить корнер-кейсы разные, да, то есть там
ты не можешь решить задачу как-то примерно. Ты прям должен конкретно вот решить так, чтобы все 700 тестов ее как бы, ну, приняли. Вот. И есть еще миф, то, что нужен прямо какой-то большой опыт в программировании и в работе, чтобы их решать. Тоже не так. Есть кейсы прямые и обратные. Например, мой первый технический руководитель, который, на мой взгляд, один из лучших программистов, который я вообще когда-либо знал, который очень много времени этому уделяет, который сидит и там, чуть ли не по ночам работает, и на выходных и так далее. У него больше 10 лет опыта. И он первое время валился на этих собеседованиях, потому что у него не было одного вот этого конкретного навыка решать лид-код задачи. И этот навык, как и все навыки, тренируется, и как бы, об этом стоит думать так, что это не оценка ваших скиллов, не оценка вашего интеллекта, еще чего-то. Это просто умение как бы решать эти задачи. Ну, как бы в целом плюс-минус связано с интеллектом тоже, но это тот навык, который можно прокачивать отдельно, и как бы не стоит точно этого бояться. Вот. Также есть еще миф, то, что спрашивают только опытных разработчиков, тоже не так. Я был джуном, и в один стартап меня гоняли жестко по теории, по тому, как работают эти структуры данных, и были там какие-то не такие несложные задачки на логику. Вот. Но как факт то, что джунов тоже могут спрашивать. Вот. И как это... Да, и, собственно, зачем вообще, да, вот, почему всех спрашивают, да, почему вот, ну, как бы, кажется, да, они никак не связаны с работой, и напрямую ты на работе их не кодишь, но есть нюанс, то, что, например, когда ты работаешь бэкэнд инженером, то иногда тебе приходится выбирать нужную структуру данных, чтобы оптимально что-то хранить, да, и... В целом, люди, когда с тобой, ну, когда ты садишься решать вайфкодинг, да, и в том числе эти задачи, они проверяют на то, как ты вообще общаешься, как ты справляешься с стрессовой ситуацией, потому что достаточно стрессовая среда, как ты умеешь узнавать требования, потому что ты будешь задавать разные вопросы и уточнять по задаче. Это работа с разными пограничными значениями, потому что ну, может быть что-то, что ты мог не учесть, и это как бы навык дебагинга, да, то есть как бы как ты способен, ну, отловить, да, и найти ошибки в своей программе и так далее. И есть еще такое мнение, то, что они проверяют твою мотивацию, но это было раньше, по крайней мере, с большими компаниями, когда они были только там тот же там Яндекс или Google проверял на то, что ты вот потратил полгода на подготовку, и ты правда настолько хочешь работать в этих компаниях, что ты решал эти задачи по вечерам и тратил свое время на это. Вот. Если есть какие-то вопросы, да, по этой части, могу ответить, да, вот тоже, ну, на общий контекст какой-то. Я бы хотел спросить про... Ну, ты говорил про все равно применение каких-то алгоритмов, и вот когда спрашивают... Ну, самое, например, сложное, вот, что тебе задавали, что тебе просили написать. Сейчас попробую вспомнить. Ну. Ну, всякие сортировки там, скорее всего, точно есть, или. Ну, я не уверен. Не, ну когда вот как вот была. Однажды у меня была ситуация, что меня просто спрашивали, мол, типа, расскажи про разные виды сортировок и какие у них вот. Какая у них асимптотика у каждой по времени, например. Вот, и приходилось как бы это в голове держать и помнить. Так вот прямо, а так скорее вот были задачи, которые были сложные, я прям условия как бы не вспомню. Ну, это типа просто какая-то рандомная задача из лид-кода, которую я вот типа не смог решить, это вот из такой серии было. То есть ни разу не было такого, что вот давай напиши мне алгоритм сортировки, такого не было, ну, никогда. Вот, то есть как бы, да, все что угодно могут спрашивать, и... Ну, как бы в среднем, да, я про это еще расскажу, но есть как бы в среднем часто встречаемый паттерн, как бы, который, как бы, ну, скорее всего, тебя про это спросят. Но если такая средняя компания, а не какая-нибудь там, типа, высокотехнологичная, типа, там, мета и так далее. Ну, в смысле, не такая крупная. Вот. Понятно. А вот еще из этого вопрос утекает. Ага. Сейчас я хотел сформулировать. А, ну вот эти компании, они...
Ну вот, хотел узнать еще про сложность. Там же в лид-коде задачи по рангам вроде разделены, или как Ага. они там? Да, есть там easy, medium, hard. Стоп, или я что-то путаю. Там разве они не числами обозначены, типа там от 1 там, до 8, А, 9, или как это просто порядковый номер. То есть тут фишка в том, как я в чем. То, что easy — это применение одного какого-то алгоритма, medium — применение скорее нескольких разных подходов одной задачи, hard — это применение там многих разных подходов, то есть она такая многокомпонентная. Вот, номера — это просто порядковый номер, как бы они тут, ну, не отличаются. Видишь, что, например, задача там четвертая, она там hard, например. То есть тут как бы несколько разных подходов в одной. Вот. Вообще, да, тут есть разные как бы задач, скажем. Типа, ну, тоже про это расскажу, но вообще у задач, да, вот есть, скажем, типа, разные классы, да, задач. То есть это есть задачи там на массивы и на мапу, там два указателя, там динамическое программирование, жадные алгоритмы, и там потом на графы и еще что-то. То есть они все классифицируются. Вот, и на лид-коде, если вы примерно, ну, как бы нужна какая-то подсказка, как это примерно можно решить, можно посмотреть. Ага, тут на использование хэш-таблицы, array, окей, я буду это использовать, а скорее всего это решу. Вот. А вот привык ты больше задачи решать на каком языке? А я на JavaScript, потому что язык я использую в работе, я пишу на TypeScript, JavaScript, и в целом окей. Но есть нюанс при выборе языка. Например, в JavaScript нету из коробки приоритетных очередей. Есть задача, где вот это как бы, это очередь дефолтная, она, ну, типа, достаточно тебе облегчить жизнь. И, наверное, имеет смысл иметь в запасе еще второй язык Python. Потому что на Python она есть, и язык тоже достаточно простой, и чтобы там не упарываться за типы, еще за что-то. Вот. Поэтому, ну, как бы, я использую JavaScript, потому что он проще. Вообще, в компаниях, как бы, ну, например, если ты компания, там, не знаю, типа, того же там Амазона, там им пофиг, на каком языке ты будешь писать, там большой список, вот, там потом можно выбирать. Например, куда я собесился, это было чаще, ну, компания тем поменьше, и там я писал на JavaScript, потому что я собесился на JavaScript. Там, если будет Go, то, ну, будет Go, типа. Понятно, спасибо. Да, вот еще мушки вопросы? Можно коротко, пожалуйста, что это, куда это, для чего? А, Вообще, задача? А, ну, в двух вот словах, лид-код. а? Вот сам лид-код для знающих людей. А, это, короче, платформа с задачами и для подготовки к собеседованиям. То есть вот такого типа задачи чаще всего спрашивают на собеседованиях. И, исходя из этой статистики, примерно в 50% случаев, когда ты пойдешь собеседовать в компанию, у тебя будет такая секция, да, где тебе нужно будет эти задачи решать. Чтобы как бы подготовиться, ты нарешиваешь задачи тут, и на собеседовании легко их проходишь, тебя берут. Вот, я ответил? Да, спасибо. Ага, кайф. Так, да, еще. Да, Да-да. простите, а если сравнивать с CodeWars, вообще есть какая-то разница? Потому что я забросил CodeWars, а не LeetCode. Честно говоря, ну, CodeWords не использовал ни разу, но знаю точно, что, ну, плюс почему LeetCode, потому что тут есть список как бы компаний, где эти задачи используются, да, сейчас, например, открою какую-то задачу рандомную вообще, допустим, там оси, да, перевернуть, вот, и здесь прям пишут список компаний, да, то есть чисто теоретически ты можешь порешать все задачи, которые спрашивает Amazon, и высокая вероятность того, что тебе она снова попадется. Вот. И эти задачи, которые, ну, там, не знаю, например, у меня сейчас товарищ недавно в Яндекс пошел, и вот его на собеседованиях спрашивали задачи, которые он на лид-коде тоже в том числе и прорешивал. Вот. И сами компании, ну, там, почти любые, ну, не почти любые, а вот эти большие, крупные, они сами, когда дают тебе какие-то туториалы, да, при подготовке, они тебе присылают прямо вот ссылки на лид-код задачи, которые было бы круто прорешать, чтобы быть готовым к интервью. То есть это такой, ну, самый популярный и самый надежный способ подготовки. Есть еще другой альтернатива, да, HackerRank, тоже хороший как бы вариант, потому что если ты там много нарешаешь, то тебя могут еще на интервью позвать. Вот.
Поэтому я не знаю насчет CodeWars, но я бы рекомендовал LeetCode и HackerRank А на Code Forces ты сидел вообще? Может, в каких-нибудь событиях участвовал? Нет, ты имеешь в виду код... Сейчас, секунду, Code Forces. Forces, Нет, не Code Forces. Имеешь в виду... Там оно больше, если правильно помню, но больше олимпиадное, поэтому... Да, может, принимал участие где-нибудь. Нет, нет, у меня был опыт подобный вот в школе, но я как-то им еще не увлекался, там у них такие, как сказать, условия, там, типа, какой-то мальчик, Вася, там, много какого-то контекста, и я такой, нет, как бы. Нет, это тоже клевая штука, но она больше для продвинутых, наверное, людей, как я понимаю, то есть это для тех, кто хочет прям олимпиадное качать, и кому нравится соревноваться, я вот, честно, не пробовал вот именно на Codeforces. Но клевая Ну, штука, Дуров, по-моему, рекомендовал, и это, по-моему, из СПГУ, СПГУ ребята там сделали. у нас в школе прикольная фигня была, что у нас препод говорил решать конкретно задачи на Code Forces, и в итоге в конце кто больше всего баллов набирал, там какой-то приз получал. Типа, может, пятерку за контрольную или что-то еще. Клево, клево. У нас тут был Тимус, ну, это уральская тема больше, то есть вот тоже архив задач разных, там прямо с олимпиадов, это вот те, кто из ИКБ и так далее, может, в контексте тоже про это. Вон, там задачи такие, что они очень много контекста, и меня это всегда бесило, что, типа, ты просто, типа, читаешь какую-то книгу, прежде чем задачу решать. Вот. Так, ну, я думаю, что можно двигаться дальше, или еще что-то есть, что у кого спросить? А давай пойдем дальше, потому что можем не успеть иначе. Да, хорошо, окей. Итак, как это выглядит в среднем, да, то есть, конечно, в крупных компаниях задача сильно сложнее, но вот там, из реальных кейсов, да, как раз тоже по тематике была блокчейн CRM-система, да, и мне попросили написать функцию Fibonacci, да, буквально пару слов про Fibonacci, это такая функция, да, если совсем простым языком говорить, это функция равная результату этой же функции от аргумента минус первого плюс от того же аргумента на минус два, то есть как бы типа текущее значение равное двум ее предыдущим, типа вот 0,1, да, мы сложили, получили 1, сложили вот эти два значения, получили 3 и так далее. Вот, и как это я решал? Сначала я написал вот самую простое решение в лоб, да, то есть ты сначала вообще главное просто хотя бы решить задачу, то есть нет смысла изначально упарываться в оптимизации, просто хотя бы как-то ее решаем. Я написал, ну, обычную рекурсию, вот, и получилось так, что у меня про время я чуть больше расскажу, получилось так, что у меня очень было, ну, она очень долго работала, и также есть у JavaScript особенность, то, что мы не можем использовать очень много рекурсий, у них нет оптимизации хвостовой рекурсии, поэтому она просто вылетится с нашим любимым Stack Overflow. В честь этого и назвали, кстати, этот сайт. Окей. Как-то решили, засчитано, он сказал, давай оптимизнем, да, нам это не устраивает. Я такой, хорошо, сделали еще чуть-чуть получше. Я уже заиспользовал массив и стал хранить как бы без рекурсии начал делать мобилизацию вот здесь, то есть начал решать уже не сверху вниз, а снизу вверх. Окей, стало чуть получше, но по-прежнему это было не оптимально, мы дальше улетели немного по памяти. И мой как бы последний финальный был ответ, это не использовать массив вообще, а просто хранить вот эти вот результаты двух предыдущих вычислений в двух переменных. И тут мы уже как бы по памяти сильно выиграли, но по времени как бы все равно у нас осталось так, что мы должны были пройтись по всему количеству n. Про это еще расскажу. Вот, и там еще есть совсем оптимальный вариант, как это можно решить с использованием математической формулы, но ее как бы я не знаю, знать не хочу, и вот это уже как бы особо-то, наверное, и не нужно знать. Вот, но как бы так для... Чтобы быть там максимально правильным, я тоже добавил то, что можно еще сделать его более оптимальной. Вот. А теперь, да, из того, что нужно знать, и в целом то, чего хватит, чтобы проходить уже интервью, в целом, не знаю, в 80% случаев в обычной компании, которые не специализируются, да, вот на таких там интервью, да.
Вот, это знание, как оценивать сложность, да, про это расскажу. И знание там трех базовых структур данных. Это сет множества, это мапа, ну или хэштейбл, там много разных названий, но типа назвал так. Обычный массив. Дальше, если мы будем идти углубляться, там дальше уже появится как стек, очередь, связанные списки, деревья, графы, приоритетная очередь. Уровень вообще такой максимально продвинутый. Это знать уже все особенности там, этих деревьев, какие они бывают и так далее, и уметь все эти структуры данных писать с нуля. Единственный зарегистрированный случай, правда, когда это было нужно делать, это собеседование в Яндекс, по-моему, года 3 назад на бэкэнд. Там просили, в общем, реализовывать свою структуру данных. Как сейчас обстоит с этим, я не знаю, но я, честно говоря, на памяти вот так ни от кого не слышу, чтобы прям просили их с нуля реализовывать. Возможно, это будет полезно просто для того, чтобы лучше все это запомнить. Вот. Так, и теперь хочу немного... да, еще момент небольшой, то, что вот... Можно дальше двигаться по этой карте, опять же, чтобы вот в целом все покрывать, да, почти все собеседования достаточно знать вот это вот, максимум вот это вот. Это вот массивы и хэш-таблицы, это два указателя и стеки. Все остальное это уже дальше типа просто для интереса или от амбиции пойти в крупную компанию. Вот, и... Да, немного теперь вводной теории, да, прежде чем мы начнем решать какие-то свои задачи, немного небольшой теории. Вот, да, мы рассмотрим три структуры данных, да, это вот сет множества, это массив и это мапа. Нам нужно знать, что как бы сколько стоит и их использование, это основное, да, то есть это как, об этом можно думать, как вот у вас есть в кармане какие-то деньги, да, и вы, когда вы хотите что-то там купить, да, то вы как бы их тратите, и как бы что-то стоит дороже, что-то стоит дешевле, и вот тут важно как бы знать, что нам взять, чтобы максимально нам, как бы, нам максимально дешево обошлось, работа нашего алгоритма была максимально быстрой и максимально эффективной. Вот, начнем с сета, с множества, да, в JavaScript это делается вот так. То есть это какая-то, ну пусть будет корзина. И он похож чем-то на массив, но это не совсем массив, потому что он в себе хранит множество только уникальных значений, да. То есть вот сейчас мы создали нашу корзину, там ничего нет. Давайте в него положим что-то. Не видно, что ты пишешь. А, вот, спасибо, что сказал. Так, это интересно. Окей, так, сейчас я тогда загляну в Котсенбокс. Так, супер. Вот. Да, то есть какая-то корзина. Там сейчас мне ничего нет, но мы можем туда что-то положить. Вот, и при этом мы можем класть даже одно и то же. И так далее. Сейчас мы видим, что у нас выводится. Так, вот, у нас два значения, это 10, 20, да? То есть мы видим, как бы, что мы бы туда ни клали, у нас все равно Можно, будет... пожалуйста, через Command плюс побольше сделать, чтобы он лучше читался. Да. Хорошо видно? Ага. Окей, спасибо. Да, мы видим это как множество уникальных значений. Можем делать такую прикольную штуку, например, unique names. Там мы кидаем. Нам, допустим, как бы есть задача, которая с этим связана, на то, чтобы там что-то сделать, найти что-то уникальное, например, даже. И если мы засунем туда массив, то он нам вернет только те значения, которые являются уникальными. То есть он все дубликаты нам поубирает. И это одна из как бы прикольных вещей этой штуки, но самое главное то, что мы бы ни делали, оно нам стоит вообще бесплатно.
Оно стоит нам вот одну какую-то операцию. Итак, теперь расскажем, что это значит, да? Что значат эти мифические ООН и прочее. Так, допустим, у нас есть какой-то какая-то коллекция с данными, да, и ее длина как раз таки вот типа m, да, то есть. И у нас задача даже просто ее перебрать все эти значения и отобразить их на экране. И мы делаем там какой-нибудь for each, да, там, например, там names for each что-то. Мы проходимся по всему, и тем самым, ну, мы на каждый наш заход мы расходуем одну какую-то единицу, да. И это у нас получается сложность O от N. И теперь, нет, попробую сейчас по-другому сказать, чтобы было еще проще. Например, это то, как будет меняться время работы вашего алгоритма с роста данных, да. То есть, если, например, мы зададим туда миллиард разных имен, то у нас и алгоритм будет в итоге работать, тратить миллиард этих единиц, которые я говорил вот здесь. Так, с этим понятно, окей, или... Ну, типа как алгоритм, работающий с одним элементом, допустим, в n раз будет быстрее, чем алгоритм, работающий с n элементом. Ну, скорее, это как... об этом можно еще говорить еще как о графике, да, то есть то, как будет меняться скорость алгоритма с роста количества элементов, да, то есть ну, как бы на вход у нас было там 10, 20, 30, 40 n, как бы их много, и у нас и скорость как бы растет, ну, точно так же. То есть скорость увеличивается и, в смысле, наоборот, как бы время работы, оно также будет увеличиваться. То есть, допустим, у Ну, нас там обработать одну ячейку стоит 1 секунда, там две ячейки 2 секунды, а миллиард ячеек будет миллиард секунд. Но если мы сделаем алгоритм, который будет работать чуть быстрее, например, не за n, а за какое-нибудь логарифмическое время, то уже там, например, 24 и нет, там, например, 1024 ячейки будет работать 10 условных секунд. Вот, понятней? да, вроде да. Давай, если у ребят будут вопросы, будет кто-то отвечать, Вот. чтобы не... И это та же самое время, и вот, это та же самая история и с памятью, да? То есть, например, если для того, чтобы наш алгоритм работал, нам требуется выделять какие-то ячейки, да, в том же массиве, например, либо, то у нас его асимптотика будет тоже O от N. А может быть такое, что если нам как бы у нас массив в массиве, да, то есть у нас, например, мы хотим класть как бы тот же самый массив той же самой длины в каждую ячейку, то у нас будет уже n квадрат. Вот, ну это все будет сильно понятнее на практике. Вот, и собственно то, что сейчас объяснял, это вот как раз-таки был массив, да, и в чем его минус, то, что мы когда перебираем все элементы, либо что-то находим, либо мы кладем в массив, да, не в конец, то у нас вот нам приходится, в общем, перебирать или выделять дополнительную какую-то память и все это смещать, и все это стоит дорого. Вот, там как бы стоимость будет ООН. Вот, есть еще мапа. Мапа это обычный ассоциативный массив, да, который мы все привыкли видеть, да, вот, например, какая-то мапа ООО. Мы можем туда что-то записать, да, там, например, Вася равно и там сколько ему лет, например. То есть это отношение имен к возрасту. Там Ваську 12, Пете
там 20 лет. Как бы все это стоит очень дешево, да, это ООТН, то есть мы ничего вообще не расходуем. Когда мы это берем, да, из этой мапы, это тоже стоит ООТН, тоже очень дешево и очень удобно. Есть еще альтернатива, чуть более тяжеловесная, это использование с мапы вот такой как объекта. У него есть чуть больше разных возможностей. Ну, с точки зрения алгоритмов нам они не нужны, они даже скорее, ну, работают чуть медленнее. Вот, но логика та же самая, да, мы можем задавать тоже некоторые отношения. Ну, об этом можно думать еще как о какой-то таблице, да, то есть там, как в Excel табличка, там слева колонка, там название, справа какое-то ее значение. Вот, и из этих трех структур, да, можно уже просто брать и решать задачи. Кстати, к слову, почему мапа работает именно так и почему сет работает именно так, я описывал это в одном из своих комментариев, можно найти в канале JavaScript. Тут чуть больше глубокой теории, если кому-то это интересно. Вот, да, есть ли какие-то вопросы по этой части? То есть получилось ли прочувствовать, почему что-то стоит так, а что-то стоит там по-другому? Ну, вот, да, все Да. понятно. А, окей, супер. Вот теперь тогда двигаемся дальше. Теперь я пробую прям в онлайн-режиме решить задачу. Да, то есть вот как оно да, выглядит прямо ну, в реальной жизни. Нам там, интервьюер скидывает ссылку на код сэндбокс, мы подключаемся и в режиме реального времени начинаем задачу. Тут есть какие-то наборы готовых тестов. И также есть условия. В данном случае это задача на то, что нам нужно найти элемент, который встречается ровно один раз. Да? То есть у нас есть какой-то там массив, да? Состоящий из разных чисел. Все остальные элементы встречаются по два раза. Один встречается два раза, два встречаются два раза. А есть четыре, которые встречаются один. Вот. И нам нужно найти. Кстати, 4 будет. Нам нужно найти тот элемент, который встречается ровно один раз. Вот. И первое, что приходит в голову, это заиспользовать какой-то массив дубликатов. Да? То есть это у нас будет первое решение, которое называется brute force. Да? То есть решить хоть как-то, да, чтобы оно хотя бы просто работало. Так, duplicates. Создали какой-то массив. Тут мы уже понимаем то, что у нас уже как бы, скорее всего, ну, ожидание, то, что, скорее всего, мы уже по памяти будем использовать OOTN, потому что, скорее всего, может так получиться, что мы там, даже половину этих чисел можем сюда засунуть или даже все. Вот. Затем мы проходимся по всем входящим числам. Да, мы перебираем там, 5, 5, 4. И чекаем, если у нас это число есть в нашем этом массиве, да? Если наоборот, если его, это значение, если этого нету, то мы его засунем в наш список как бы, дубликатов. А если нету, то мы его удалим. Если его не существует. Так. И в конце у нас по нашей задумке останется только одно значение. Вот, как видно, что все проходит, все четыре теста прошли. Теперь важный нюанс, почему это не очень клево. Функции, да, которые есть у JavaScript в массивах, они чаще всего работают с OOTN, потому что здесь мы как бы, includes, он проходится по всем по вот этим числам и сверяет, есть какое-то или нет. Операция push, так, момент, да, операция push у нас работает в конец работает за OOTN, оно романтизировано, но суть не важно, что это такое, важно то, что оно в целом бесплатно. Мы такие раз добавили в конец и все, ничего не меняем, никуда ничего не переносим, в памяти мы ничего не делаем.
Вот, но если нет, фильтр в целом логика та же самая, мы должны пройтись по всем элементам и смотреть, ну, как бы на, ну, и выполнять некоторые предикаты, да, которые мы засунули. В целом то же самое, да, вот, от n по времени. Вот, и тут, если мы посмотрим, да, у нас тоже o от n, потому что мы банально проходимся тоже, опять же, по всем этим числам, да, мы смотрим, так, o от n, и тут тоже o от n, и n на n нам дают в результате n квадрат. То есть у нас временная сложность n квадрате, по памяти у нас просто o от n. Да, потому что мы, ну, типа, в теории можем засунуть почти все числа в эти дубликаты. Вот, ну, такие подумали, подумали, возможно, есть какие-то еще альтернативы. И тут мы вспоминаем про то, что мы говорили, то, что у нас есть в нашем арсенале разные другие структуры данных, которые нам, возможно, помогут решить это чуть быстрее. Вот, мы смотрим, да, у нас есть мапа. Положить и взять элемент стоит O1. В целом было бы неплохо вот эту часть просто выкосить и как бы ускорить алгоритм до O от N. Это мы все удаляем, это нам тоже больше не нужно. Можем создать мапу, да, с вхождениями. Мы также проходимся по всем числам. И мы теперь логика такая, то что если мы нашли какой-то элемент, то есть мы берем каждый элемент и считаем тупо их количество. То есть в данном случае мы считаем там все пятерки, четверки, двойки и так далее. Мы просто получаем в итоге табличку. Да? Вот сейчас я даже покажу на этом примере. То есть у нас в итоге будет вот что-то такое там для пятерки, так, секунду, там четверки, тройки, двойки, однерки и так далее. Мы тупо будем считать их количество вхождений. То, допустим, то есть мы посчитали все четверки, их оказалось две, посчитали в строке, их оказалось две, двойка у нас всего одна, и однерки всего лишь две. Вот, именно этим мы тут и занимаемся. И это, к слову, вот эта вот штука, она, вот этот паттерн с подсчетом, я не знаю, как так получилось, но почему-то вот это самая такая частый такой паттерн и подход, который позволяет именно решать, ну, там, очень много задач достаточно быстро. Вот, мы, так как у нас изначально может ничего не быть, да, то мы сначала инициализируем, да, если нету, то есть мы взяли, достали. Окей, если есть, мы это используем. Если нет, то давай записываем 0. Также дальше мы увеличиваем на единицу. Да, то есть мы считаем статистику. Все, что нам остается сделать, это теперь вернуть то число, которое встречается ровно один раз. Да, это у нас в данном случае тут типа двойка, но здесь может быть все что угодно. Так. Вот, если у нас на единице, мы его вернем. Это можно и убрать. Так, момент. Так, что-то пошло не так. Да, я опоздал. Я просто отходил дверь открывать. Не, не, я просто думала, что на следующую задачку тебя можно позвать. А что за задачка? Да, это задача Какая? найти число, которое встречается ровно один раз. Так, вот у нас как раз-таки есть какая-то ошибка. Давайте посмотрим, что у нас в итоге получается. Так. Там мы записали, нет уже? Нет, не решили. Я примерно понимаю, как этот вложенный через вложенный цикл, только за ОН квадрат. Да, это мы изначально как бы, ну, типа, сделали вложенным циклом. А потом мы поняли то, что это не очень эффективно. Так. Сейчас надо за ОН, да, решить? Или что? Да. Так, момент. Почему? Так, это нужно в код сандбокс зайти, получается. Да, ну сейчас это будет следующая задача. Сейчас я тут.
с этой А, все, да? разберусь. Окей. Тут. А, ну вот, собственно, один. Странно, почему он фолс возвращает. 4 встречается один раз. Так, в общем, вот наша статистика, да, для, для первого нашего у нас, типа, пятерок у нас 2, четверок у нас 1. Здесь мы должны вернуть четверку. А, ой, я перепутал инсофом. Так, секунду. А, нет, все правильно. Все правильно, все правильно. Интересно. Окей. Так, сделаем чуть проще. Так, если find нет, момент, момент, момент. Если... Так. Что-то я не понимаю. Есть идея, кстати. Да, да, давай. Что, А, нет, еще раз, вот твое расскажи решение. Да, то есть ты считаешь ту простоту, то есть, да, у тебя, например, ты посчитал, что у тебя пятерок 2, а четверка у тебя 1. Вот, и ты, ну, типа, и потом ты находишь в своей табличке то число, ну, как бы, которое встречается один раз. По сути, ну, вот, как бы, да. табличка строится правильно, все должно быть логично. Это... Да. Можно вопрос? Это так, типа, то, что вот мы, допустим, правильно понимаешь, что это во множестве все числа у нас, ну, мы их во множество заполняем, в котором не может быть дубликатов, правильно? Я про то, что, вот, допустим, у нас есть массив, мы по нему итерируемся, и если мы встречаем... Блин, а вот как это реализовать? А, сейчас. Если... У меня другая мысль пришла немного. У меня пришла мысль про вот я на C++ мы делали. Мы там использовали оператор симметрической разности. Вот если она есть на JavaScript. Короче, идея такова, что мы смотрим попарно элементы и попарно их расставляем в таком порядке, что элементы, у которых есть пары, они стоят в начале массива. Ну, соответственно, даже если элементов 3, то у каждого все равно найдется пара. Мы в любом случае можем попарно их распределить. Короче, мы все элементы, у которых есть пары, пушим в начало массива, а который один элемент остается, он в конце массива, а потом считаем симметрическую разность, по идее. Потому что симметрическая разность у одинаковых элементов, она равна нулю. А по времени же вроде тоже вот N в итоге выйдет, ты срок по всем проходишься. Мне кажется, то от M будет. Я не уверен. Я просто это было на первом курсе. Я честно... А, вот, да. Я, кстати, как раз этот опечатку нашел. То есть, да, мы тут возвращали ключ. Как бы нужно было возвращать конкретное значение. То есть мы возвращали как бы, нашу стату. Да, то есть сейчас в итоге все приходит. Вот, да, и теперь, если кто-то хочет, можем перейти на другую задачу, да, ну, можно начать попроще, а потом перейти на чуть посложнее. Да, так, я могу пошарить. Share. Так, копи линк, да? Кидай сюда в чат. Да, кинул. Я захожу или еще кто-то хочет? Давай ты. Тебя начну. Так, а я авторизованный тут. Нет, сейчас быстренько авторизуюсь. Как там запроситься редакторов? А, я вроде пошарил, она уже, по идее, как редактор. По идее, ты просто в ссылку в эту заходишь, и у тебя есть возможность... Я... А, нет, подожди, это же... Нет. Даня, это надо зайти...
Так, сейчас я скажу. По-моему, это сейчас вообще платная версия. Мне кажется, Адам Смит, а ты можешь пошарить свой экран? Зайти на ссылку, которую Дэн прислал? Я бы вообще мог это, но Visual Studio это сделать. Не, там ну, просто can edit. В том, что... А, change in sandbox access. Ну, нет, тут паблик, и все могут все менять. Ну, судя по... Типа, приватный... Видишь, Sandbox Pro. Нет, ну это приватно, видишь, change in... Видишь, типа, ну, сменять access это могут только... Я могу, давайте я могу зашарить, хорошо. А, давай, давай. Тогда мы, типа, на мой экран переключимся. Давай, давай, да, давай, давай. Переключимся, быстрее будет. Сейчас, сек. Ой, это нажал. Блять. А, нет, нормально все. А, я думал, весь стрим прекратил. Все окей. У меня что-то это. А, не, все в порядке, да. Повышенная четкость текста была. Давай. Видно что-нибудь. Это стрим. Видно? Не знаю, да. Нет, вроде. А, окей. Смотри стрим. Ну я правильно понимаю, вот читаем задание. Да, да, супер, да, да. Угу. Одинаково как слева, так и справа. Ну, например, Салаш, да, типа, верните true, если слово палиндром, false, если нет. Ну, есть идея. Ну, это... Ну, я кроме JavaScript не знаю, как это максимально быстро написать, без там всяких алгоритмов. Не, любое решение окей, это же типа как на собеседовании там. Хорошо, хорошо, ладно. Так, ну... вроде есть такое, вот... возвращает array и потом сделает над join вот такой вот, ну это или да, не, ну реверс он вроде для массива так работает, ну как бы, а тогда мне нужно сделать, ну можешь сплит, да. сплит просто так, да, а ну и давайте тогда не return, а console log. Ну ты сейчас пока просто перевернул ее обратно. Я перевернул и склеил, разве нет? Нет, ну перевернул, ты склеил, да, ты получил строку просто перевернутую. Ну вот, тут нужно проверить, является ли число. А, является, а, господи, точно. То есть оно как слева направо всё, читается, да. Так и справа налево. Return value. Глянем, что вообще происходит в этом случае. Return is not defined. А, return. Для какого слова я хочу это сделать? Для аэрофобия должно быть true. Получается, для радар true, да, и для палиндром false. Ну да, вроде все правильно. Так, ну а алгоритмом я, честно... Ну, наверное, да, можем, конечно, сделать. Но если требуется, конечно. Ну, а попробуй, ну, оценить сложность, какая-то сложность у тебя вышла по времена и... А, блин, оценить, ну, честно, я и по большому только я просто определение знаю. А, вот так оценить, ну, сейчас, давайте подумаем. Сплит, вот что, как работает сплит? Это так чисто интуитивно максимально. Ну, как бы, для, так или иначе, ну, типа, подсказка, да, что ты, наверное, по каждой букве точно должен проходиться, чтобы... Да, я должен пройтись и разделить, да, это понятно. Это, скорее всего, на этом этапе OATM, да, получается. Угу. Ну да, ну, если строка — это массив этих чаров, тогда работает все. OATM, потом я переворачиваю... Как я это делаю? Я беру, допустим, крайний справа, заменяю его крайним слева. Потом беру, отступаю на один, ну, потом крайний справа со второй точки, заменяю на крайний справа с левой. Ну, это выглядит как будто тоже я один раз читаю массив, хотя я не уверен. Да, вот я один раз здесь прочитал массив, а потом еще раз как бы и про нему пробежался. Ну, а join, насчет join не уверен. Ну, примерно тоже можно предположить, то, что, скорее всего, ты просто каждый... Я еще раз пробегаюсь, да, ну, опять да. По каждому элементу. Ну и в итоге сколько это у тебя? Ужасно. N в кубе это ужасно. А, нет, подожди, почему N в кубе?
Ну ты же. Потому что Ну, ты... я здесь пробегаю массив, здесь пробегаю массив, ну. точно. Ну, окей, А это. здесь что я делаю его? Ну, то есть, как бы n-куб, если ты бы для каждой буквы делал бы, пробегался бы по всей длине снова. А тут ты получается O от n плюс O от n плюс O от n. У тебя получается 3 O от Нет. n. Я просто Вот. пока не могу понять. То есть, это цепочка же, типа, то есть. Мы считаем, допустим, n в кубе, когда я одновременно пробегаюсь по двум направлениям, например, да? А здесь я сначала пробежал, закончил, потом еще раз пробежал. Поэтому я суммирую, Ну, да, эти n-ки? хороший пример — это цикл в цикле, да, то есть Да. есть такая, ну, один таких попсовых алгоритмов, которые в школе учат, это вот сортировка пузырьком. И такой неоптимизационный вариант — это когда ты берешь как бы там цикл, идешь еще раз цикл, и ты как бы берешь элемент один, и ты с этим элементом ходишь по как бы в гости каждому другому элементу. Берешь следующий элемент, тоже ходишь в гости к каждому элементу, потом встаешь на то место, которое нужно. И вот так ты как бы получается, что, ну, типа, делаешь цикл в цикле, у тебя n квадрат. А здесь ты сначала пробежался, сначала пробежал, сначала пробежал. И вот эти вот любые, как бы, там, делить на 3, умножить на 3, да, все это можно убрать. То есть любые вот эти множители, они все убираются, у тебя в итоге остается чисто n. То есть у тебя хоть там будет хоть 100n, ты 100 убираешь смело, и у тебя в итоге сложность n получается. Другое дело, когда у тебя уже там, например, n умножить на n, там уже так нельзя делать, там n квадрат, потому что важно не то, как бы, сколько это на самом деле, а то, как это будет меняться, да, то есть асимптотика — это про, как бы, ну, про то, как у тебя будет меняться там время или количество памяти будет расти с ростом входных данных. Вот. Ну, с этим, да, окей, справились. Можно теперь взять еще одну задачу, чуть посложнее, но очень похоже на то, что я решал. Так, есть кто-то еще желающий? Ну, или, не знаю, есть... Кстати, про цикл в цикле, ну, там вроде с ним такой, ну, немножко можно оптимизировать, не знаю, насколько сильно, но если, например, во втором цикле ты знаешь, что тебе не нужно пробегать какие-то значения, ты ограничиваешь, вот, ну, в самом цикле for, например. Ну Ты говоришь, да. что пускай второй индекс пробегает не до какого-то i, а до там i минус там какое-то значение. Ну да, верно. Но в итоге все равно это не так спасет, потому что у тебя, возможно, будет n, умноженное на там n, деленное, например, на 2, да, то есть ты по не пробегаешь. Но как бы правила таковы, что ты должен все это отсекать, да, все вот эти вот деления Старшая степень все равно 2 останется, да? и. Старшая степень. Да, все верно. Вот еще следующая задача — это решить анаграммы. Да, тут у нас... так, я могу тогда вернуться на шаринг. Что такое анаграмма? Я уже А, ну, если хочешь, если кто-то другой не хочет, может пробовать тоже решить, если есть еще желающие, может. Мне так-то интересно попробовать. Да, супер, Да, давай. я хочу увидеть, что это такое Да, анаграмма. давай, конечно. Так, давай тогда пошарю ссылку. Ну, там, собственно, уже пошарено. Вот можешь подключаться и начать шарить экран. Сейчас. Но я не обещаю, что решу. Да не, супер. Главное, что ты попробуешь, и мы поможем. Там вообще не проблема совсем. Я быстро решил, потому что я на Codeverse тоже немножко посидел. Не знаю. Ну вот, будем Ну, подсказывать сейчас. мне кажется, что на собесах это же тоже окей, когда ты не знаешь и смотрят на то, как ты вообще решаешь задачи, которые ты не знаешь. То есть как ты думаешь, какие-то решения принимаешь. Ну да. А ссылка где? Ну, в чатике самое последнее. Вот я сохранил. Я захожу в чатик тут. А, все, вижу. Ага. Так, вот. Значит, анаграмм. Можешь побольше сделать шрифт? Да, сейчас Или Alt плюс. better текст. Вот. Так, нормально? Ага. Ну так, получше. Даны две строки. Left и right. Верните true, если T является анаграммой left. А если true, если T является анаграммой left false в противном случае.
Анаграмма – это слово или фраза, образованная путем перестановки букв другого слова или фразы, обычно с использованием всех исходных букв ровно один раз. То есть, А! да, если коротко, у тебя есть, Рэп. например, какое-то слово, и если ты эти слова возьмешь и раскидаешь там в любом порядке, и из них ты соберешь другое слово, то, ну, сможешь собрать любое слово, да, то это, значит, это анаграмма. При этом, как бы, ты используешь эти слова только один раз, и у тебя не должно оставаться неиспользуемых букв. То есть, да. Как мы поймем, что это слово или не важно, главное, чтобы собрать что-то? Здесь у тебя по дефолту, ну, как бы, такие ограничения у задачи, то, что тебе уже даны, как бы, какие-то слова. Ну, то есть, слово имеется в виду просто набор Мне нужно вот эти сравнить и понять, Либо является просто ли они анаграммой. То есть ты как бы... Все, да, на вход два аргумента, left and right, и типа, и ты должен как-то вернуть true, если ты из букв, которые написаны в анаграмме, можешь собрать слово на горам. Деталь. Один меньше или равно left left, right left. Да, то есть у каждой меньше задачи будет какие-то набор каких-то деталей, да, каких-то ограничений. Например, тут мы видим то, что длина может быть вот такое вот, да, то есть 5 умножено на 10 в четвертой степени, там это примерно, я не знаю, сколько это, там 500 тысяч или 5 миллионов, вот, и то, что все эти символы, они как бы символы английского алфавита, ну, и тут в данном случае могу дать подсказку, что, может быть, это как бы и пофиг, но факт в том, что да, что там ни пробелов, ничего такого нет, как бы, вот. Если логически подумать, то мы по-любому должны сравнивать, что у них одинаковая длина, потому что если у них разная длина, они не могут быть анаграммой. Да, супер. Ты можешь это как первое условие сделать и уже оптимизнуть, что в каких-то случаях у тебя вообще будет типа, ну, от единицы по всему. Я в алгоритмах тоже особо не шарю, хочу разобраться. Вот так. Если это так, тогда мы возвращаем. Если это не так, Да, верно. Мы возвращаем в false. Вот. А иначе мы должны сравнивать каждый символ. Мы, конечно, можем, наверное, сделать с каждым словом, чтобы у него было вхождение, как по таблице, по мапу, потом проверять их. Но это будет сложно с алгоритма O3, потому что здесь один проверяется, потом второй, или O2. В общем, можно проще делать, я так понимаю. А что ты имеешь в виду? То есть, если я сейчас буду вот это засовывать, перебирать каждую буковку, и вот здесь вот перебирать каждую букву, ну, left и right. Ну, внутри, да, имеешь в виду? Типа... Да-да-да. У меня уже будет сложный алгоритм. Можно ли сделать это проще? Вот я о чем думаю. Они, если одинаковые, значит, я могу пройти по ним всем. То есть, я, например, left for each. Ну, в данном случае у тебя фрич ничего не возвращает. Да, мне нужно что-то вернуть. Мне нужно именно... фильтр, скорее всего. Чтобы я понял, что здесь все буквы использованы один раз. Ведь это основное условие. Не все буквы один раз, а все символы, которые... нет, здесь может быть три буквы А. Все верно. Так, сложнее. Ну вот, можешь примерно вспомнить про прошлый опыт, когда вот я single number тоже решал, то есть, ну, подумать, какие, возможно, какие структуры данных ты можешь тут использовать, да, то есть. Да, но я здесь пока только вижу вот мэпы. Сейчас я говорю, result 1, result left, result right еще будет. Где мы им даем все их буквы, сколько их вообще есть, и потом сравниваем это все. Для начала надо сравнить result left. Так, сделаю я это лучше через... мне нужно еще массив из них сделать. Left, grid. Это уже... Я пройдусь по ним. Супер. А для чего тебе пробел? Ну, не верю, что пробел тебе нужен, ты же... не нужны, я могу просто пустую строку. Ну, тебе просто нужно как бы превратить, да, строку в
массив Или символов. пустой можно, я забыл, как с этим Не-не-не, связать. а так был, да, просто вот это пустой, пустую строку. Так, и здесь потом for each. Да, for each. Используйтесь элемент. Мне нужно каждый элемент засунуть. Получается, урезан. Элемент. Элемент. Плюс равно 1. Таким образом я посчитаю все. Да, логически правильно, но есть нюанс. То есть, да, если ты, например, ну, у тебя изначально в массиве нет ничего, и ты к ничему пытаешься прибавить единицу. Вот, и тут, ну, типа, А, не выйдет. точно. Да. Вспомним прошлый опыт. Это вот элемент, если есть, тогда мы его и присваиваем, если же нет, то мы говорим через или тоже можно. Да, супер. Вот, вот так. И теперь мне нужно сделать то же самое с right. Вот. Ну И да. здесь, конечно, сдать результат. Что-то мне уже не нравится код, слишком много будет Ну да, ну времени теперь. сначала главное просто решить, то есть как бы там уже если интервьюеры попросят там сделать чуть покрасивее, ну как бы там сделаем, пока важно, чтобы просто Ну завелось. да. Теперь мне нужно их сравнить. Так. Объекты между собой сравнить можно только если мы ну, сделаем их, получается, object entries и будем сравнивать каждый с каждым. Не очень удобно. Так, как мне лучше их сравнить? Object case. Я, конечно, могу сделать костыльный метод, это сравнить и ключи, и values, и потом посмотреть их. Это не очень тоже. Сейчас надо подумать, как их можно сравнить. Мне нужно просто представить, как они выглядят, и я лучше буду понимать. Сюда вот я запишу. Немного подумаю. Там в чате еще ребята накидывают версии, если что. Includes. Да, я вот тоже думаю, что массивы надо сделать из них. Да, да, да. Лучше массивы. И не includes здесь, а все-таки every. Потому что программа. Эвери вообще редко его использовал. Не, ну, Так. окей, ну, как это повлияет на скорость работы? То есть вы собираетесь, как бы, для каждой буквы смотреть наличие ее в другом массиве, да? То есть, ну, как это на сложность повлияет? Ну, вопрос философский. Это сильно повлияет на сложность. Ну, то есть там будет переход с одного массива в другом, ну, получается как бы два перебора даже. А Ну, если... еще есть вариант, как бы, ну, если смотреть в том направлении, в которое ты идешь, могу дать подсказку, можешь еще одну структуру данных, как бы, тут, ну, заиспользовать, чтобы получить, список вообще всех, букв с двух, массивов. Так, можно, наверное, Список всех букв. хотя стоп. Они у меня будут А, повторяться, вот что не, ну, и хотя... парюсь. Ну да, типа ты можешь не все буквы, ты можешь все буквы для одного массива, все буквы для другого массива, да, уникальные буквы, и дальше с этим что-то делать. Идея split sort это будет тоже очень такая сильная. Сортировать оба, а потом прибежать. Сравнить по элементам, знать, без какой сложности сортирует. Ой, это тоже, тут, мне кажется, уже 6 будет, потому что split, sort, потом join, и тут split, sort, join. Получается 3 плюс 3, это уже будет там 6 стен. Я хотел ох, проще. Сейчас. Не, ну, сортировать их тут по-любому надо. Не хотели решить сначала хоть как-то, а потом уже оптимизировать? Ладно, все, да, лучше решить хоть как-то. Ну да, давай. Согласен. Получается, мне нужно еще один переменный, который я назову уже sort result arrived.
который будет result test, который сортируется только если он не нужна. Только я не очень понимаю, тут же left это, ну, типа это объект. Объект. Да. Поэтому мне И ну нужно его и а признать. что именно хотите сортировать, я тоже не очень понимаю. Ну, как бы там у объекта есть как бы ключ, да, ну, как бы это символ и количество его вхождений. Что конкретно? Вообще ключи. А Я зачем? когда написал про сорт, я имел в виду, чтобы взять строку, разбить ее на массив, отсортировать, когда у тебя, ну, в аргумент единичку. И справа тоже отсортировать аргумент единичку, а потом поэлементно сравнить полученные строки. Так получше будет, да? Ну, Действительно. попробуйте не по-другому решить, с помощью, там, не знаю, циклов. Кстати, я не уверен, что он правильно их отсортирует вообще одинаково. Ну, должен одинаково, скорее всего. Он сортирует не в алфавитном порядке, но в каком-то там Нет, этом не по, кодовом. он по индексу надо сортировать. Да, он одинаково их отсортирует, по сути. Не, ну вы хотите просто типа сами входные строки, да, сортировать? Окей. Вот мы принимаем left-right, Ну там отсортировать можно, left. да, типа local compare with там использовать, там тут есть дефолтный метод у любых строк в JavaScript, чтобы в сорт засунуть. Ну, сейчас Ну я еще это в целом, да, это попробую как бы еще. другой способ решить задачу, то есть так просто. Да. Я хочу С логарифмическим использовать временем. перебор по массиву, по объекту. Это вроде result left in. А, нет, это char in result left. Делается вроде так. Или как там? Объекты перебираются через for. На for, и там, ну, типа, вот, либо const у ключа, да. Итак, да, у тебя, да, Const. И здесь у меня будет... Здесь мне нужно узнать, если char... если result left char равен... И таких вхождений должно быть много, то есть каждое проверить. Это капец. Не, подожди, ну вроде это не неплохо, ну, получается. А? Ну, не, вроде как бы, ну, я же неплохо, ты же не делаешь цикл в цикле. Нормально. Ну да. Просто я почти догадался, что мне нужно сделать, но до сих пор не могу понять. Так, срезал right, где будет тот же char. Если будет undefined, то, конечно же, они упадут. И здесь, если это так, тогда я возвращаю счетчик, который здесь у него будет, будет нулю равен. Я ему приписываю плюс равно 1. И у меня этот счетчик led, он должен быть равен длине моего слова, чтобы все символы совпали. То есть мы когда узнаем то, что совпадение всех символов будет не длине моего слова даже, а длине, получается, букв, которые есть в этом объекте, в каком-либо из этих. Возьмем left, например. Вот. И если это так, тогда я добавляю counter плюс 1. Потом я говорю, что если у меня... Ой, тут опять object получается case будет по-любому. Result left length. Ну, Я смотрю его длину и сравниваю с каунтом. хорошо, смотри, а в таком случае представь, что у тебя в правом результате, да, ну тут я не все это кейсы добавил, но представь, что у тебя в правом результате, да, ну как бы в правом аргументе сильно больше разных там символов. А я же сравниваю конкретно вот эти символы. Мне нужно, чтобы А если в правом, например, сильно больше. чуть-чуть больше Да, 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 уникальных, да, например, ну, что-нибудь такое. да.
Тогда не так. Ну и... Тогда не так. Сейчас. Есть еще вариант типа fail fast, условно. То есть ты, например, если встретил, что что-то идет не так, ты все, ты выкидываешь false. И делаешь для проверки для левой или правой. Ну, как идея тоже. Точно. Да-да-да. То есть если что-то не так, тогда return false. Ну вот, ну и а иначе? Return true. Не-не-не, true не надо. True. Ты на первом сразу же выйдешь, и все, у тебя как бы... Вот, да, ну... то есть мы здесь просто делаем проверку. Да, но... А тебя... все равно ну, это не решит не нам... Да, не решит нам ситуации, когда, например, у нас... ну, типа, в правом крыле, да, в правом аргументе у нас ну, немного... ну, другое что-то, то есть там другие какие-то значения. Тебе еще нужно сделать ту же самую проверку и для правого. Такая-то будет работать. Да, все запутано. Ну, скорее, не так. Ну, типа, ты должен еще раз цикл пройти, должен по всем элементам правого массива пройтись. А, да. Это вообще большой алгоритм получается. Нет, ну, в целом, как бы, он выглядит громоздко, допустим, да, но по сложности, если ты посчитаешь, то... Ну, как бы, какая вот сложность вот всего, чего мы сейчас сделали? Так, сейчас. У меня код сандбокса иногда тупит. А, ну вот, окей, ну, проходит. Да, какая сложность у всего того, что мы сейчас сделали? Разве проходит? Здесь false не падает. Не, а почему? Тут, наоборот, true. То есть, все true, то как бы, видишь, red и car, они разные, потому что... Да, точно, все, вижу. Вот, отлично, тут, мы как бы... сделали. Да, тут... Сложность, значит. Да, давай, посчитаем сложность. Кажется, тут большая. Так, ну, это просто условие, как бы. А у него есть какая-то сложность. Он не перебирает алгоритм, здесь будет один. Ну да. Понимаю. Да, правильно. Ну, то есть мы сейчас потом... считаем и временную, и по памяти. Ну, я тогда здесь тоже буду писать. Да, супер. Временная, это здесь о... Ноль, наверное. Ну, один. Или у него ну, тоже один. Есть? Ну, один. Да. И по памяти один. А, да, верно. Тут мы никакой массив не создали, никакой объект не создали, и мы также не проходились ничему. То есть у нас входные там left хоть там 50 тысяч миллиардов, хоть right 500 тысяч миллиардов, мы, ну, в рамках, мы никак расти и скорость меняться не будет. Вот, да, тут. Давайте дальше видим. Да, дальше. Да, здесь у нас идет сплит. Он перебирает весь массив и ставит, ну, разбивает строку на все символы, где встречает пустоту. Соответственно, сколько там и будет. ON. А тут еще for each идет. Он тоже перебирает все элементы. Потом здесь еще операции две, получается, бывает. Здесь ON 2, потому что здесь вот split и for each. Ну, два, это что ты имеешь в виду? Это степень двойки, либо это умножить на два? Это степень. А почему степень? А потому что у нас же, когда перебор идет, получается... Ну, смотри, у тебя было left, ты из left сделал массив, окей. А дальше ты этот массив просто перебираешь. То есть ты же не... Как бы, у тебя нет цикла в цикле, да, то есть... А, вот когда цикл в цикле, тогда это умножить получается. Нет, когда цикл-цикле — это степень, а сейчас, да, умножить, да, окей. Потом здесь еще такое же повторение идет, только уже с правой стороны. Ну да, только upper space, я не понял, почему тут двойка тоже. А пространство, так, оно же не могут быть равны, да, они же получаются. Не-не, они могут, это вообще не связанные вещи, просто непонятно, почему двойка, тут скорее я просто вот энергия. С временем немного понял, а с пространством здесь с памятью связано, да, получается? Да, то есть у тебя, видишь, вот result wave, да, например, и здесь у тебя тут на самом деле есть и N, и M, да, у тебя то, что left — это там N, а то, что right — это у тебя это M, то есть это, ну, типа, два разных массива, они могут расти по-разному. Вот, тут у нас... То есть здесь ON, тут, да, а все правильно. То есть у нас есть какая-то мапа result left, и мы ее взяли и закинули всем left'ом, да, ну, как бы... Тут M. Понял, для себя там помечу. Да, супер, окей. Вот. Потом у нас здесь еще перебор идет. По всем, получается, по
нашему объекту перебор идет. То есть здесь одна операция, которая один занимает, ну а здесь перебор тоже занимает ON. Просто ON. Потому что перебор один. И здесь ON тоже память идет, потому что мы опять его же используем. Ну, здесь мы, смотри, здесь мы скорее ничего дополнительно как бы не делаем, не выделяем, поэтому да, она остается прежней. Вот, операция чтения из мапы, она равна O от N. Поэтому мы тут... Да, вот for each с этим фором, они как бы похожи. Да, все верно. Операции. И здесь тоже ON и OM. Ну и да, и время тоже от M. Да. Да. А, время тоже O от M ставится, да? Ну, M, потому что у тебя уже это второй массив. Ну, типа ты уже со вторым работаешь, то есть ты перебираешь в result write, да, видишь, в первом ты result write перебирал. Вот, и теперь итоговая сложность какая у тебя получается и по времени? И по... Так, ну вот давай посчитаем, здесь 1, здесь n умноженное на 2, здесь m умноженное на 2, ой, сейчас 1 посчитаю, здесь получается n2, ну, потом n... Потом, получается здесь N3, и здесь тоже NM3. И получается O от N3 и O от M3. Как это посчитать вместе? Ну, на самом деле, помнишь, я говорил то, что можно вот эти все множители, деления вообще отметать, да, и... У тебя получается в сумме то, что сложность это O от M плюс N. Ну, этот, временная. Вот оно как делается. Да, да. То есть O от N плюс M. Потому что это два массива, да? Ну да, да, да. Ты два объекта выделил под это. Ну, в смысле, ты перебирал два раза. Дата время. И. А space тогда что у меня? Ну, в Space, ну, аналогично, потому что мы в целом не росли их никуда дальше, в глубину, мы просто, типа, накидывали. Ну, вывод, что мне свой код не нравится, он слишком громоздкий. Не, ну да, кстати, я как после конца стрима я скину оптимизированное решение, вот. Там в одну строку будет? Не, там не в одну строку, там чуть попроще, там, если коротко, то ты из первого result left, ты как бы ты считаешь сначала ее статистику все так же, как и ты делал, а во втором прогоне ты просто ее отнимаешь. И если ты, ну, и тебе нужно сделать так, чтобы все ключи были равны нулю. Если все равны нулю, то все окей, ты типа возвращаешь, то все правильно. А если там есть минус один, либо там однерки, двойки и так далее, то ты вылетаешь как бы с ошибкой. Вот. То есть, ну, плюс-минус, это как бы, ну, в целом, как бы почти так, как оно, ну, там решается, и как бы в целом супер, мне кажется, справился. То есть. Самый. А, ну здорово. Спасибо. А я еще хотел бы узнать, вот когда ты будешь рассказывать про это, что ты вот про эти решения ребят рассказал. У кого здесь какой алгоритм тоже. Ага, так сейчас. Интересно услышать. Ага. Так. Ну да, я сейчас. Все, спасибо. Да, расскажу общую часть. Просто по времени много вышли. Так, сейчас пошарю экран. Так. Момент. В общем, теперь из каких-то общих рекомендаций, да, потому как это решать и не забрасывать. В общем, во-первых, нет смысла тратить на задачу там больше 15-20 минут, если, то есть, вы уже там сидите и просто, ну, типа, уже не понимаете, как это можно решать, то можно смело там заходить и смотреть решение. У LeetCode есть очень клевые объяснения в один момент. То есть на каждую задачу практически есть решение. Есть даже иногда бывают видеорешения, где рассказывают, как это можно решить. И имеет смысл просто решение это разобрать, запомнить, спустя какое-то время саму это прорешать и потом использовать этот паттерн уже дальше. То есть самое главное — это вообще как бы
создать привычку, решать это регулярно, потому что если каждый раз садиться за лид-код и считать себя тупым, пытаясь решить задачи там уровня хард и так далее, ну, наверное, это не будет приносить никакого удовольствия. Если решать и там начинать даже с изи, самых простых задач, и ловить кайф от того, что они решаются, от того, что они там решаются быстрее, чем у остальных, то это можно подсесть и начать прямо решать там, по несколько задач в день. А также следующая рекомендация: у лид-кода есть наборы разных курсов. Да, например, я вот сейчас прохожу там алгоритмы и структуру данных, у них прямо все по полочкам разобрано, там, например, там введение, разные топики, да, там, например, там жадные алгоритмы, бэктрекинги, динамик программинг и так далее, где в целом объясняется, ну, типа теория, да, как это можно все решать и все такое. Вот, следующее это наш пресловутый чат GPT. Он может даже искать ошибки, да, например, если ну, тут у меня уже нет решенных задач. Ну, в общем, можно ему скидывать, если что-то не получается, не знаешь, где ошибка, кидаешь в чат GPT и пишешь ему там act as там lead code tutor, и там where is a mistake, и кидаешь ему прям код, вот, то он может это все, ну, объяснить, и найти ошибку и помочь. Типа, бывает тоже полезно и прикольно. Вот так. И важно еще помнить на самих интервью то, что сам майндсет об этом такой, то, что интервьюер, у него нет смысла завалить. Это человек, который за ручку пытается тебя затащить в компанию, поэтому он всячески будет помогать. Но при этом важно еще уметь рассуждать вслух, да, то есть обычно, когда решаешь такие задачи, важно озвучивать свои решения, то есть что ты делаешь, как ты делаешь, как ты мыслишь и так далее, чтобы интервьюер как бы понимал, как ты мыслишь. Еще одна важная вещь, то что есть разные комьюнити по этим лид-кодам, например, есть разные чатики, это как бы один из таких чатов, их очень много. Ребята собираются в онлайне и друг с другом как бы вместе решают задачи. Есть варианты еще всяких моковых интервью друг с другом, называется prank.com. Вроде не то, ну, в общем, я скину чуть позже. Есть, в общем, разные сайты, где ты можешь с родным человеком созвониться и друг друга полчаса спрашивать такие подобного рода задачи. Есть также куча групп такие в Телеграме, их можно найти, и можно даже в нашем комьюнити организовать, если кто хочет, если кому-то интересно, может тоже собираться и друг друга решать и эти задачи спрашивать. Потому что иногда полезно быть со стороны интервьюера, а иногда полезно быть и со стороны того, кто эту задачу решает, чтобы просто их не бояться и уметь именно в такой обстановке решать. Потому что когда ты одно дело решаешь сам тихо с кофейком, а другое дело, когда ты сидишь за ноутом и в режиме реального времени все это нарешиваешь, конечно, это бывает, ну, типа затратно. То есть там как бы твой capacity, он там сразу же падает процентов на 20 того, чтобы ты реально мог, потому что такая ситуация типа стрессовая и все такое. Вот, и, наверное, это все в целом как бы по части лид-кода. Вот, и если еще остались такие общие какие-то вопросы, то буду рад ответить. Можно я такой вопрос общий задам? Да-да. Насколько вообще на первых порах реально залететь куда-то без особых знаний алгоритмов и структур данных? Вот я, например, сейчас прохожу стажировку, она направлена на UI. Вот. И вот я вот думаю, типа, насколько меня хватит. Я понимаю, конечно, что сам я, конечно же, в будущем буду все это дело изучать дальше, но не понимаю, вот, например, в разработке интерфейсов, в какой момент они понадобятся и реально ли это разрабатывать UI, не имея вот этих знаний. Ну, прям в работе, просто знание структур данных,
оно полезно, потому что ты бывает, ну, простой пример, у тебя есть какая-нибудь там таблица, да, какой-нибудь бэк-офис, там список каких-нибудь игроков, да, если ты разрабатываешь какую-нибудь там игру компьютерную, условно, допустим, бэк-офис к ней, и у тебя есть разные манипуляции, взять их, этих игроков помержить, с ними что-то сделать и так далее, и плюс-минус, там ты теми же операциями мыслишь, там, куда-то в нужное время, в нужное место вставить, как-то их соединить, с ними как-то поработать и так далее. В целом, в таких ситуациях это бывает нужно. А знание, как это работает быстро и медленно, вот это не пригождалось, наверное, никогда, потому что на UI там, ну, нет такого количества данных чаще всего, чтобы это было нужно. Возможно, где-то пригодится когда-то, но очень низкая вероятность. Поэтому имеет смысл учить язык, это просто часть языка на самом деле. Ну, имеет смысл как бы это знать и имеет смысл с этим хорошо работать, в том смысле, чтобы писать красивый, понятный код. Но, как бы, ну да, в общем. Ответил? Спасибо. Окей, еще что-то? Там еще про TypeScript спрашивали в самом начале. Да. Сейчас на TypeScript нужно, можно решать что-то. Да, ну я думаю, что да. Ну, то есть, если в компанию, у кого собеседуетесь, там TypeScript основной язык, то, возможно, у них просто по дефолту в код-сэндбоксе будет выбран TypeScript, и вы будете решать. Вот. Ну, даже на лид-коде можно TypeScript выбрать. Я просто не выбираю, потому что это чуть дольше. То есть нужно типы описывать все такое. Я предпочитаю JavaScript, чтобы на типах не фокусироваться. Но да, бывает по-разному. TypeScript приоценен. Вот, да, еще какие-то вопросы? Выбежал с плакатом, и его эти полицейские сразу забрали. Ну. Да я думаю, наверное, нет, если будут какие-то вопросы, ребят, пишите. А, Ты же еще. хотел показать А, да, давай. эту задачу, как она решается. Да, И давай. рассказать про алгоритмы, которые в комментариях писали ребята. Да, давай. Так. Вот с анаграммой, в общем, здесь. Так, сейчас я скопирую. Здесь в целом, ну, как бы у тебя было, ну, прям как так, как оно. Правда, я бы сам бы решил, то есть вот у тебя есть массив, да, там со статой какой-то, и ты также их разбиваешь, так, делаешь перебор подбуквенно. А можно и не по букве, но можно в это все опять join и уже строки сравнить. Строки сравнить можно, вместо того, чтобы Ну. массивы сравнивать. А, нет, ну, кстати, да, как вариант можно сделать сортировку, как ты тоже предлагал, это будет работать, но есть минус то, что это сложность у сортировки, да, кстати, важно сказать, местный сорт у JavaScript, это сложность у него o log от n. А, ну, я Но хотел это сказать. покруче, чем от А, O от секунду, N, момент, нужно момент. быть. Это n умножить на log от n, то есть мы уйдем, как бы, ну, чуть-чуть сложнее будет, чуть хуже Это скорость. получше, чем n квадрат, зато. Не, ну да, у нас n квадрата и так нету. То есть у нас тут. А по сравнению вот с этим решением, которое у меня было, Ну, сортировка, как она вообще уступает? не, ну она хуже, потому что, смотри, у тебя скорость O от n, да? А тут она чуть посложнее. То есть у JavaScript сортировка это quicksort, да? Дефолтно она используется. Как она реализуется, можно посмотреть, да, но у него сложность вот такая вот, типа в среднем, да? То есть. Вот, и поэтому, Понятно. ну, как бы, оно, как бы, похуже. Но, возможно, оно лучше. Не, по памяти оно тоже не лучше, потому что мы сырой делаем эти преобразования, мы там делаем, создаем новый массив, как бы, то есть, ну, оно, типа, оно выглядит короче, да, как бы, но оно хуже по времени. Памяти оно также. Понятно. Вот, то есть, да, мы В также принципе, так и думал. считаем стату, и теперь перебирая. Перебираю эту штуку, ну, скопируем тоже. Перебираю ее. Здесь мы типа, да, также. Только здесь мы, видишь, мы ее, ну, уменьшаем.
То есть, если у нас вообще нет символа вот этого, у нас будет равен минус 1, минус 2 и так далее, да, нам будет минус сигнализировать о нехватке какого-то символа в правой части. Но при этом, если у нас этот символ существует, мы как бы его отнимаем, отнимаем, отнимаем. Если он равен нулю, то они идентичны. Да? И в итоге в конце мы можем взять все значения, которые у нас есть в статистике. И у нас должно быть так, что каждое должно быть равно нулю. Вот. В итоге у нас все true. Интересно. Вот да, то есть у нас, ну, в итоге из плюсов, значит, покороче, у нас то, что получается, то тут один, вот, такой массивный, то есть, вот. И это какая сложность? А все то же самое. Все то же самое, на самом деле. Просто лаконично написано. Да, лаконичнее, ну, и, ну да, типа, просто меньше. А так, в итоге, все равно то же самое, типа, сложность. Ну, Понял. ну, слушай, на самом деле, она чуть получше в плане, наверное, Space Complexity, потому что у нас тут... Нет, все-таки то же самое, я перепутал, все то же самое, ничего не меняется. У нас для правой части мы заводим отрицательные значения, если их нет левой, поэтому, да. Тут еще и every используется вместо того, чтобы второй раз object values. Ну да, это JavaScript-овая такая штука, вот поэтому. Понятно, спасибо. Ну да, я думаю, что вложились в 1,5 часа, вот, на этом предлагаю заканчивать. Да, если какие-то вопросы есть, не стесняйтесь спрашивать, там, в общих чатах отвечу. Вот. Тогда до новых волнующих встреч. Спасибо. Ребят, спасибо, что участвовали, писали код. Да, всем спасибо большое, что пришли. Давайте, да, пока-пока. Покеда. Спасибо большое за стрим. Пока. Спасибо, пока. Че, как стоп сделать?